Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Давно мечтаете о собственном жилье? Тогда для вас хорошие новости. Ипотека становится доступнее для жителей Йошкар-Олы. Вслед за Волжским районом, Волжском и Козьмодемьянском, администрация столицы Мариэл подписала соглашение со Сбербанком России, согласно которому ипотечный кредит для работников любых предприятий и учреждений Йошкар-Олы предоставляется по сниженным процентным ставкам. Кроме того, понижена и сумма первоначального взноса. Суть соглашения состоит в том, что Сбербанк понижает в эксклюзивном режиме процентные ставки по всем видам ипотечных кредитов в случае, если наш заемщик работает на территории муниципального образования города Йошкар-Ола на предприятиях различных форм собственности. Хочу отметить, что для участия в этой программе не требуется никаких согласований с самой администрацией, достаточно ходатайства от работодателя. Это ходатайство прикладывается к стандартному пакету документов. Стоит отметить, что данное соглашение не подразумевает субсидирование процентных ставок, открытие специальных блокированных счетов или вступление в одну из федеральных программ. То есть роль муниципальных властей сводится лишь к информированию населения. Бюджетные средства при этом не расходуются. Для Сбербанка это прежде всего социальный проект, направленный исключительно на развитие республики и повышение качества жизни в Мариэл. Муниципальное образование не несет дополнительных расходов и нагрузки на бюджет. Мы все понимаем сложную ситуацию, которая стоит сейчас с наполняемостью бюджетов, и мы подходим очень взвешенно к этому вопросу. Дополнительных расходов ни у местного бюджета, ни у республиканского бюджета в данном случае не возникает. Это очень такой существенный шаг, я считаю. Почему? Потому что многие на сегодняшний день у нас жители города улучшают свои жилищные условия, и в основном это делают путем привлечения кредитных средств. И все-таки снижение кредитной ставки на 1,5% в год, это, я говорю, очень существенный такой шаг, который только будет способствовать улучшению жилищных условий наших граждан. Оформить заявку и получить ипотечный кредит вы можете в любом кредитующем подразделении Сбербанка в Йошкар-Оле. В офисах, адреса которых вы видите на экране, выделенный сотрудник по ипотечному кредитованию проведет консультацию, поможет подобрать объект недвижимости, примет заявку и выдаст в случае одобрения вашей заявки ипотечный кредит. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.